Эта маленькая жизнь полностью зависит от вас. Ты ничего не забыл? Нет, ключи, кейс, все здесь. Хорошего дня. В вашей ситуации после потери ребенка-близнеца при родах мать зачастую испытывает постоянный страх. Вы боитесь, что можете лишиться и второго ребенка. От создателей культового хоррора «Искатели могил». Несколько вопросов, и хочу, чтобы вы были абсолютно искренни со мной. У вас бывают галлюцинации? Нет. По древней легенде, что-то огромное и жуткое оставило на ней свою метку. Прости меня. Это называется послеродовой психоз. Демоны охотятся за душами близнецов. Голоса, галлюцинации, все это у вас в голове, Мэри. Почему меня связали? Ты чуть не убила нашего ребенка. Чтобы завладеть их телами. Черт. В реальном мире. Сюда, сюда! Не волнуйся, мамочка. Чем сильнее твой страх, тем острее. Где мой сын? В порядке. Его чуют демоны. Что с ним? Чтобы... Где он? Остановись! Подменить... Кто же хочет забрать у меня сына? Настоящего Адама. Не твой сын. Демонам. Я не отдам его. Близнецом. Иди сюда, Миха. Хватит! Единственный, кто ему угрожает, это ты. Близнецы. 86% положительных рецензий. В кино с 22 ноября.